21 марта отмечается Международный день Навруз, в честь которого Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета устроил праздничный концерт. Смотрим. Начало нового года, весны и пробуждение природы. Именно так знаменуется приход Навруза, традиционно отмечаемого в день весеннего равноденствия. Отмечается он угощениями, танцами, песнями, походами на базар. Образ восточного базара как раз и нашел свое отражение на концерте. К слову, этот номер так полюбился зрителям на студвесне, что студенты решили вновь его показать. В подготовке к концерту участвовали студенты-иностранцы, приехавшие из ближнего зарубежья, где Навруз отмечается очень масштабно. Участвовали студенты из Туркменистана, из Узбекистана, из других стран. Также российские студенты активно участвуют в этом празднике. Порадовали артисты зрителей и театральными, и хореографическими номерами. А тех, кто пришел полюбоваться атмосферой Востока, собралось немало. Диана Жленкова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.